Недостаток казахских классов является самой наболевшей проблемой для карагандинцев. Родители казахскоязычных школьников жалуются на школу-гимназию номер 45. Оказалось, что в учебном заведении нет казахских пятых классов, и родителям приходится отдавать своих детей в другие школы. Мирамгуль Салкимбаева продолжит. В нашей области около 30% учащихся обучаются в казахских школах. Из общего количества школ около 20% с казахским языком обучения. Но именно здесь возникает проблема казахской школы. Все потому, что многие школы, особенно в крупных городах, так называемые смешанные школы. Например, в школе большая часть классы с русским языком обучения, при этом классы с казахским языком обучения меньше. Тут и возникает проблема, такая как в школе гимназия номер 45. По словам родителей, в новом учебном году по плану должны были открыться казахские пятые классы. Однако разговор так и остался разговором. Из-за нехватки классов Марат Тусупов отдал свою дочь в русский нулевой класс. Спустя год с появлением казахских классов родители решили перевести его туда. Однако теперь, по словам Марата Тусупова, его дочери трудно принимать информацию на невыученном языке. Конечно, 45-я гимназия, она находится у меня во дворе. В общей сложности, которое образование подается на казахском языке, не удовлетворяет. Как от лица родителей, самого лично субъективное мое мнение, я хочу выразить, это тем, что детей мы отдаем в детский сад, они, чтобы обучались родного своего языка, чтобы знали. А представители отдела образования говорят, что казахский класс не открылся из-за недобора детей. Из-за двух человек классы открывать нет смысла. В четвертом классе с казахским языком обучения обучалось 12 учащихся. В период лета 10 учащихся разошлись, ушли в другие гимназии, школы и так далее. Это школа Дарын, Мурагер, Нурмакова, 57-я гимназия, 92-я, 41-я, а также школы Кобылис, лежащие по микрорайону. В нашей гимназии осталось двое учащихся, которые изъявили желание обучаться с русским языком обучения. На то, соответственно, имеется заявление непосредственно родителей и был издан приказ. Все чаще говорят о необходимости изучения государственного языка. При этом даже внутришкольные мероприятия должны проводиться на двух языках. Только тогда появится возможность создать языковую среду. Печально, что слова расходятся с действиями, говорит Марат Тусупов. Там есть только первый класс, нулевого класса нет. Поэтому пришлось двух моих детей отдать нулевой класс в русский. Потом последующий, вот в этом году младшую дочь я отдал первый класс, а сыночек сейчас заканчивает четвертый. Потом пятый класс заканчивается. Где класс, где они учатся, там минус в чем? Отдельно отведенного казахского класса нету. Вся информация, которая преподносится, только на русском языке. Открытие, вот когда 1 сентября было, почти 95% это было не на казахском языке. Вообще отношение, внутренняя атмосфера, обстановка там не видно, для детей не предрасположено. По его словам, родительский комитет неоднократно обращался в отдел образования, однако оттуда они уходили с пустыми руками. До поры до времени надо с уважением относиться. Это любить свой народ и свой язык, это не означает, что национализм. Вот эти две вещи надо разделить, право и влево, где их. Поэтому любой человек вправе любить, знать свою историю, свой язык, свои традиции. А наши сейчас дети там растут, в этой школе, именно 45-й гимназии, непонятно, половина. Там половина на русском, домой проходит на казахском. И вот между этими, завтра какими они вырастут, я не знаю. Сами знаете сейчас, что происходит. Мирамгуль Салкимбаева, Толеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».